Республики Жаксымбай Базельбаев сделал заявление для прессы о том, что намерен снять свою кандидатуру и отказаться от дальнейшего участия в выборах. Такое решение он объяснил многими причинами, о которых в репортаже Кулимхан Хасеновой. Жаксымбай Базельбаев был одним из первых в числе тех, кто рискнул выдвинуть свою кандидатуру на предстоящие выборы. И одним из тех, кто буквально до сегодняшнего дня оставался для многих темной лошадкой. За все время, предшествующей регистрации кандидатов, он не провел ни одной пресс-конференции, не сделал ни одного публичного заявления. Сегодня Жаксымбай Базельбаев зачитал свое первое и, надо полагать, последнее обращение в качестве кандидата. Я решил снять свою кандидатуру на пост президента Республики Казахстан. По словам Жаксымбая Базельбаева, самой главной причиной его отказа от ранее принятого решения является то, что среди соперников он не видит ни одного достойного лица, за исключением ныне действующего президента. Причиной второй является финансовая проблема. В последнее время немножко финансовая возможность ослабила. Возможно, вот эти стоимость большой суммы, где-то у меня, возможно, и не наберу. В то же время Базельбаев озадачил журналистов и тем, что свое решение он, хотя и считает окончательным, завтра 3 часа дня все станет ясно. Не исключено, я передумаю завтра. Конец пресс-конференции был также скомкан, поскольку кандидат в президенты спешил на какую-то деловую встречу. На прощание Жаксымбай Базельбаев заверил нас. Нет, я не поспешил, вы можете объявлять, я вас всех не подведу, все нормально. В этот же день мы позвонили в Астану, в Центральную избирательную комиссию. Никакого заявления о снятии своей кандидатуры от Базельбаева туда не поступало. Будем ждать 3 часа завтрашнего дня. Кулимхан Хасенова, Николай Кишенин, агентство «Хабар».